всем привет! Сегодня мы снова за Судаком. Время час дня. Пока доберусь по пробкам, пока туда-сюда. Если получится, по светлу еще покидаем. А нет, так нет, оденем фонарики, уже по темноте будем ловить непосредственно самого Судака. Едем. Но сегодня погода изменилась сильно. Теперь температура сейчас минус 5, но там в области будет день, ну, минус 7, наверное. Пошел снег, стало пасмурно. Закончились у нас солнечные дни. Закончился дикий мороз. Я не знаю, сегодня какой он, сколько там будет к вечеру, я, честно говоря, даже не смотрел. Но думаю, не такой, как раньше. То есть давление падает. Снег пошел, стало пасмурно. Солнышка нет. Вот это парень. На первом забросе поймал рыбу. Дальше посмотрим, что будет. Кто-то говорит, что на первом забросе ловишь рыбу, дальше не клюет. Это же жесть какая-то, слышь. Первый заброс с берега, даже в воду не заходил. Сход. Такая киложка где-то была, да. Нет, близко под берегом. Блин, ну я чувствовал, сидел очень плохо. Да. Здесь этот хоть не отвалится. А? Да. Хороший друг. Килошник. Вот сейчас был тот случай, когда я поторопился при выматывании воблера. То есть на выматывание на быстром у берега воблер атаковал небольшой напильничек небольшого размера, грамм такой, наверное, 300. Так как воблер быстро проходил, он атаковал, но мимо ударил по нему. Промахнулся. Я сначала думал, под берегом какая-то коряшка или что-то лежит. Но потом посветил фонариком, а там стоит небольшой напильничек. Как-то я уже говорил в видео. Выматывайте воблер, прям подматывайте, подводите, точнее, скажем так, правильно. Кончику спиннинга. Атака может произойти в любой момент. Вот сейчас я сделал ошибку. Бывает, терпения не хватает, проводка медленная, и хочется уже побыстрее вымотать и забросить куда-нибудь в другое место. Работаешь по сектору, обрабатываешь его, пока идешь, думаешь, а надо туда кинуть, все, хорош, надоел, купить, надо выматывать. Обычно в таких ситуациях происходят поклевки. Причем знаешь, что такое может быть, и все равно делаешь все неправильно. Ну что ж, поплатился. Так, ну, с напильниками все понятно. Нет, поклевывает. На 95-й. Вот, 95-го размера.
хочется поставить крупный лобзик и покидать подальше. Что поставить? Давайте поставим вот такой. О, какой. Это у нас неон 130. Обалденный цвет, переливается весь такой. В дальней дистанции тишина. Давайте попробуем поставить кислоту. Такую вот симпатяшку. Это у нас орбит 110. А мы тебя там вспоминали. Слушай, смотри, ты камни прошел. Да. И он после камней сразу это дернул. Под... Тоже полкило. Под ногами прям. Такой, да, наверное, даже пошпем. Давай я щелк. Свод ружья тебя щелкнул, что такое. Да. Саруна, ё-моё, это тебе не хухры-мухры. Ой, беги скорее. Ух, сегодня еще одна очень трудовая рыбалка. Рыбу приходится уговаривать, это какой-то вообще капец. Так сложно, выездов много, и уже устаешь. Усталость накапливается, сна толком нету. Еды толком как бы нету, там какие-то бутики, чаек. И ходить, ходить, ходить. Еще ветер задувает очень сильный. Последние несколько недель этот восток у нас уже просто замучил. Причем дует прям в некоторых местах, там в лицо, то в бок, то так, то сяк. Мы вроде как-то пытаемся выбирать более-менее нормальный участок, но не всегда так получается. И ветер задувает, задувает. Если мы где-то прячемся за какими-то холмами, все равно как-то нас порывами достает. Сложно, ребята, рыбалка, рыбу как-то выключает. Порой бывает, выезжаешь, нормально ловишь, а вот последние выезды нужно уговаривать. Сегодня вот у меня работала тема, я ставил саруну, она у меня эфка плавающая, и делал проводку, а воблер плыл просто прямо вот на поверхности, без каких-то заглублений, прям натяжка плетенки прям минимально, даже есть с маленькой слабинкой. Если делаешь полностью натяжку плетенки, то воблер начинает чуть углубляться, и вообще никаких результатов. Когда делаешь чуть небольшую слабинку и прям вот на грани потяжки ведешь, так вот, когда он на поверхности, прям вот так вот чуть-чуть, он прям вот так вот, я не знаю, еле-еле. Это хорошо, что тир у меня очень чувствительный, и сердце все же дает о себе знать. Сердце очень классная катушка для воблеров, вообще огонь, ребята, рекомендую. Кого есть такая возможность, берите, не пожалеете. Ну вот, и тогда рыба как-то еще пытается, вернее, рыбку еще можно как-то уговорить с такой проводкой. Это вообще какой-то капец. У Дениса поклевки на выбросе, он у нас парень молодец, швыряет очень далеко, у него прям дар положить приманку прям, ого, как далеко, и рыба на выбросе он забирал. Я, конечно, до туда докинуть не могу, никак у меня не получается. Но ничего, научимся. Вот, ладно, пойду я отдыхать уже. Подустал, сил нету. Хорошо, что от нуля ушли. Это самое главное, рыбу половили. И что самое интересное, рыбу пассивную все же мы шевелим. Пытаемся уговорить ее на поклевку. А это очень хорошо. Даже когда, если вы выезжаете и понимаете, что клёва нету, рыба не клюет, не сдавайтесь. Ходите, кидайте, смотрите, меняйте приманки. Ну вот, меняйте местоположение на разные места, там одно, другое. Если это вам, вы подошли к какому-то определенному месту, но вам не нравится, все равно не поленитесь, сделайте там 1-2 заброса, будет достаточно. Либо обработайте там как бы участок, там, допустим, 1-2-3 заброса и все. Может быть, она и подойдет. Сейчас постоянные перепады погоды, то морозы, то какое-то потепление, то вот сегодня у нас было лунное затмение. Вот, рыба перемещается. Сейчас уровень воды на Москве зимний, но он высокий зимний. И там, где рыба по низкой воде стоит, сейчас мысль потерял.
там, где да, рыба стоит по низкой воде, по высокой воде ее там нету. То есть приходится опять другие места искать где-то, куда-то, что-то, все заново изучать и так далее. Даже если ты приезжаешь на определенное место, и ты знаешь, вот все, здесь я в принципе все знаю, здесь был, все отлично. О! Приходишь на свои места, бам-бам-бам, а нету рыбы. А почему? А потому что другой уровень воды. Как-то вот так вот. Поэтому не ленитесь, выезжайте на рыбалку, обкидывайте места, старайтесь, и все у вас получится. Если даже вы за рыбалку поймаете одну рыбку, неважно какого она размера, значит вы молодцы, друзья, и уговорили рыбку на поклевку, и это здорово. Ладно, пойду я отдыхать.